Привет, друзья! Это Оля и Лена, ленивый кулинар, и сегодня мы готовим калитки. Не простые, а золотые. Используем цельнозерновую муку 450 грамм и 300 миллилитров кефира. Замешиваем крутое тесто, чтобы к рукам не липло. Делим его на небольшие части и раскатываем каждый кусочек в такую очень тоненькую лепешку. Сверху на лепешку выкладываем картофель отварной, пюре обычное самое, и защипываем по краям таким вот нехитрым способом. Абсолютно нехитрым. Сверху кладем ложечку сметаны, размазываем ее по всей поверхности. И все. Отправляем наши калитки в духовку при 180 градусах на 30-35 минут. Получается очень-очень вкусно, очень приятное такое, дополнение к блюдам или основное блюдо, или завтрак. Разлетается как горячие калитки, друзья. Это очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте.